вы мои золотые. А, скорее, скорее заходи. Вы мои красавцы. Вот они сидят здесь. А где еще один? Вон он. Вон. Ну все, пошли тогда. Сколько градусов, посмотрим. Как она тут ночевочку начала. Так, 0, 12 градусов. Ну, ничего. Ничего, молодец. Пошли в селе, не будем мешать им. Еще рано утром сильно. Ну вот наша курочка и ночевала. А гуси ночуют у нас. Вон они ходят. Увидели нас, уже закричали. Выпускай давай других. Вон они ждут уже. Стоят около ворот. Ой, солнышко только-только вышло. Вон оно. Сегодня, наверное, жаркий, хороший день будет. Немножко туман еще не разошелся. Ну-ка, кто там у нас? Сейчас Матильду Толя пошел открывать. Вот они, мои хорошие. Вот они. Прилетели, мои красавцы, прилетели. Утренняя разминка, так сказать, у них. Так, ну что там у нас? Что-то не выходит. Идет, идет, идет. Сынок Гошкин идет. Вот он, сынок, а впереди Гошка с Матильдой побежали. Вон они побежали, побежали, побежали. Мы пришли кормить наших малышей. Слушай, а курица линяет, наверное. Смотри, у нее пух на спине. Воды у них полно. Они яйца выбрали вчера. Смотри, они отдыхают. Они даже не бегут. Ты думаешь, они голодные? Нет. Уйди, маленький мой золотой какой, беленький. Смотри, шею вытянул. Смотри. Они даже не шевельнулись. Как воробьи сидят. Ты все уже намешала. Пшеницу туда и все, да? Да. А яйца нету, да? Ну ладно, не трогай, пускай лежат. Заберешь одну? Вот я заберу, конечно. Потом в ней разводить. Пух у нее. Перо выпало, наверное. Что-то и перьев-то не видно, чтобы выпали. Но вчера я не видела пуха на ней. Смотри, он какая. Пушистая курица. Цыпленок под нее подлез. Цыпленок, он, видите, между ног залез у нее. О, видите, греться. Курочка, ну сейчас-то тебе и тут жарко будет опять. Вон уже 34 градуса. Надо форточки пооткрывать все. Отдыхайте. А вы ходите здесь? А? О, сынок побежал, побежал, побежал.
форточки открыть ей, курочки. Это сынок, вот купается, молодой Гошкин. Пуганул. Пуганул сынок Гошкин всех. А это Гошка, Гошка всех разогнал. Матильде рассказывает, смотрите. Ой, а здесь купается сыночек. Сейчас побежит снова, наверное.
успокоиться не могут все. Гоша, ну что ты, их испугал? Пугает, пугает. Тоже рассказывает, рассказывает. Хвастается. А инкубаторские пришли им тоже покупаться, ведь охота, смотрите. Смотрите, как инкубаторские стоят и ждут. Им так охота купаться тоже. На берегу все встали, а сынок купается в удовольствие. Вон, пошли, пошли по одному. Хоть попить водички, мои хорошие. Ждали, стояли, когда Гошка уйдет. Даже не связывались, хотя могли налететь в 9. В 9-ром-то. И всех разогнать. Да, мои хорошие, какие вы. Спокойные, не задиристые, ничего. Пошли, пошли, накупались. Сейчас, наверное, инкубаторские будут купаться. Опа. Опа.
Оу. Чё, мой хороший? Пришёл? Вот так по очереди все и купаются. Иногда дерутся, иногда у них все мирно. Ой, как сынок крылышками машет. Ай, красавец, он большой вырос, хороший гусак. Мы его будем оставлять. И его подружку. Пусть живут. Посмотрим, что дальше будет с них.